микролодочка. Супер легкая. Так лучше. Сейчас быстренько накачаю. Спиннинг. Вот все готово к отправке на базу. Солнце садится. Ну что, вышел я на рыбалочку наконец-то, на лодочке. Накрылся у меня, короче, камера. Насос у меня накрылся, качок, пружинка слетела. Хорошо, там вон люди. Качок у них взял, повезло. Вот такая лодочка маленькая у меня. Времени совсем мало. Будем пробовать, наверное, на поппер. Да, лайтовый спиннинг взял, как всегда, свой любимый. Хотя в прошлый раз я не лайтовым ловил, сегодня решил лайтовый взять и попробовать им половить. Вот здесь рыбачки, которые ловили, говорят, окунь в основном, щуки вообще нету. Да, лодка маленькая, ее крутит сильно. Ох, тут же есть окунёк взял. Первый заброс. Ох, неплохой окунь причем. Вон, первый заброс. Окушок. Да, на поппер. Да нет, грамм 200-250. Спасибо. Вот так вот сегодня на первом же забросе я поймал. Сегодня я не забыл взять с собой кукан, поэтому все отлично. Ох, супер. Как-то даже не верится, что первую рыбку уже поймал. Вот здесь вот восковольт идет. А там вот под этим, под рогозом, рогоз ускалистный. Вот под ним сейчас щучка била. Попробую сейчас. Там, походу, и окунюк стоит. Сейчас посмотрим. Ох, отлично. Меня крутит. Ох, есть. Тут же окунь схватил. Мелкий, правда. Вообще малюсенький. Окушок. Эти рыбачки уехали, которые мне помогли. Насос у меня сломался. Обычно к вечеру стихает ветер. Вот как я приехал, было хорошо. А почему-то сейчас, вот ближе к закату, поднялся. Странно. Здесь вот впереди. Ох, щука там лупит. Сейчас попробую там. Вот впереди такой миляк, а дальше глубина. Вот здесь хочу половить. Вон какой закат сегодня красивый. Я думал, дождик будет. Дождя нету. Так, ну попробую здесь встать. Вот здесь
прям только что были выходы, два щуки, два выхода щуки. Я, правда, на попер все пробую. Ох, далеко не получилось скинуть, еще против ветра. Ну, посмотрим. Только что вот здесь щука била. Прям выпрыгивала. Ух, есть! Ох, нифига себе! Обалдеть, обалдеть! Первая щучка. Стой, 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 стой. Ух, такая нормальная. Килограммчик. Прям до кончика удилища приманки оставалось метр. Здесь мне метра два, наверное. И она все-таки взяла. Ох, как взяла-то. Маленький поппер. И взяла-то хорошо. Сразу два крючка проглотила. Да уж. Стоп, стоп, стоп. Я тебя забираю. Первая щука. И, в принципе, нормальная. Вот она. Так, 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 так. Вот это класс. Не зря я сюда пошел. Прямо напротив мотоцикла. Ох, какой класс. Давно я вечерних рыбалочек у меня не было. Так, ну что, опять здесь надо провести, попробовать. А, кидаю против ветра. Неудобно, конечно. Получается, как назад кидаю, потому что стою. Меня сносит, лодка легкая. Да, это, кстати, лодка. Называется Крохоль Time Trial. Весит всего 3 килограмма. И она у меня появилась еще в прошлом году. Осенью. Цель была также вот на мотоцикле ездить. Именно нужна была компактная, максимально легкая лодка. Больше даже для охоты. Чучела поставить, дичь битую где-то собрать. Ну вот для рыбалки тоже она сгодится. Есть! Есть! Ох! Ох! Кто же там? А, щука. Еще одна щука. Я больше на окуня сегодня думал. А, щучка вот уже вторая. Давай, 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 давай. Да, как же ты неудачно. Вот одна. У нее дефект челюсти у этой щуки. И крючок прям за глаз. Ну как же так? Не повезло тебе, родная. Забираем щучку. Дефект он челюсти. Ну, это моя любимая рыбалка. Попперы, это все. Все мое. Все, что нужно для жизни. В принципе, с этой лодкой ловить можно вполне, а уж где-то такой какой-то брод перейти, уж точно ее хватит. Конечно, много в нее не загрузишь, но вот в такой. Небольшой вот. Рыбалочки вечерней вполне. Так, не было атаки. Странно, окуня нету. Я думал, сейчас наловлю окуней, когда с первого заброса кинулся окунек. Но нет. Есть! Наконец-то! По-моему, это щука. О, щучка, щучка, щучка. Тихо, тихо, тихо. Ах ты, ах ты. Тихо, 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 тихо. Опа!
Упитанная. Какая-то, правда, короткая. Опять сюда подошел ближе к мотоциклу. Опять она здесь клюнула. Там ходил-ходил в углу. Нифига. Убежала. Наверное, я ее отпущу. Хотя такая вроде нормальная. Чуть-чуть пускай подрастет все же. Сейчас мотоцикл поближе вот так поставлю напротив. И включу фару, чтобы видно было хорошо. Все, надо собираться, уезжать. Комары жрут. Так, надо попер снять. Я не знаю, видно, нет рой комаров, которые возле меня. Ух, сколько комаров. Не возить с собой. 3 килограмма лодка. Вот это лодка, я понимаю.